Сотрудники Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области за прошедший год провели более 6 тысяч осмотров мест происшествий. Большое количество судебных экспертиз, результаты которых были направлены во взаимодействующее подразделение Следственного комитета и органы внутренних дел. Все задачи были выполнены с высокой ответственностью, четко и профессионально. Поэтому неудивительно, что подразделение является одним из лучших и показательных в Республике Беларусь. Его работа была оценена на самом высоком уровне и при подведении итогов 2022 года. Сегодня мы подвели итоги служебной деятельности Управления по Брестской области Государственного комитета судебных экспертиз, где рассмотрели всю ту работу, которую наши коллеги проводили в течение года. Разобрали как положительные, так и отрицательные моменты. Вы наверняка знаете, что наш Государственный комитет судебных экспертиз – самый молодой государственный орган, который находятся в системе органов, обеспечивающих национальную безопасность, и входят в так называемый силовой блок. Хотел бы по итогам деятельности коллегам выразить огромную благодарность за ту работу, которую они сделали. Несомненно, было проведено большое количество той работы, которая возложено на наш комитет по предназначению. За самоотверженный труд и добросовестное выполнение служебных обязанностей в этот день были награждены лучшие сотрудники подразделения. В их адрес звучали теплые слова поздравлений и благодарности, ведь каждый из них на особом счету у руководства. Мы подбираем тех людей, которые способны осуществлять ту работу, которую они делают очень качественно. Имеется очень жесткий отбор в эту профессию. Мы смотрим людей не только со школьной скамьи после специализированных вузов, но также эксперты наши попадают в наше ведомство с других направлений, с медицинских вузов, потому что львиная доля экспертиз – это все-таки экспертизы, направленные по этому профилю. Самым волнительным и торжественным моментом мероприятия стало вручение переходящего приза с присвоением звания лучшего судебного эксперта по итогам 2022 года. Им стал Владимир Сергейчик. Я работаю в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области с 2014 года. Занимаюсь проведением пожарно-технических экспертиз и считаю это своим призванием. Я был, безусловно, безгранично рад, счастлив получить такую высокую награду. Как сказал заместитель председателя, это является целью для абсолютно каждого судебного эксперта. Но хочу отметить, что это не индивидуальная заслуга, это заслуга всего коллектива, слаженной, безукоризненной работы нашей под чутким руководством наших руководителей. Сложно переоценить важность такой разноплановой и разносторонней профессии для общества, как судебный эксперт. Ведь от выводов специалистов порой зависят судьбы людей, а решения, которые принимаются следственными органами и в судах, зачастую основываются на выводах этих профессионалов. Поэтому и дальше каждый из них будет самоотверженно и добросовестно трудиться на благо людей и Родины. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.